Гокича, начинается! Гокича, милашки-таракашки. Приятно познакомиться. Недавно я переехала на Хоккайдо. Гокича, к вашим услугам. В Канто все меня ненавидели, поэтому я решила уехать. На Хоккайдо тараканов мало, так что теперь наконец-то я смогу подружиться с людьми. Стопудово! Гокича! Когда приходит зима, холодно даже на Хоккайдо. А возле этой штуковины всегда тепло. Не переношу холода, но в таком месте, как это... Чем это вы там занимаетесь? Все выглядит так же, как и в Канто. Пожалуйста, перестаньте. Они же вас возненавидят. Заткнись, малявка. Да, местечко отстой. Рванем в Сускина. О, одобряю. Тепло. Гокича! В местах скопления людей всегда так много мусора. Бедные кошечки могут пораниться из-за разбитого стекла. Когда я жила в Канто, там был один человек, которому я хоть немножечко нравилась. Было так приятно. Боже, таракан! Обувь запачкаешь. Нельзя так делать. Надоело отмывать грязь. Окно надо бы закрыть. Вот он где. не прокатило. Ах ты ж! Эй, стой ты! Да стой, кому говорю! Эй! Ну-ка, не с места. Я ему понравился? Но потом весной он, к сожалению, переехал куда-то в другое место. Я не знаю, где ты, но надеюсь, что тебе там хорошо живется. Гокича, начинается. Нарываешься? Это... Будем знакомы. Я Чаба, и по некоторым причинам я живу на Хоккайдо. В Канто говорили, что если видишь одного таракана, то их рядом 30. Люди приходили в ужас от нашего появления. Опа! Вот жучара! Эй, мать! Рейд или раптор есть? Мать, ну хоть аэрозоль найди. Нет, не полироли, а от жуков. А, блин, взял бы и сам поискал. Чего? Сбежал. Все, можешь не искать. В Канто мы наводили ужас. Но здесь... Нифига. Гокича! Чаба-чан, сколько зим! Ну и видок у тебя, Гокича. Что-то случилось? Да. Недавно меня избил хозяин раменной, когда я проползала мимо посмотреть, правда ли он похож на жителя Хансю. Где это место? Быстро сказала мне, где это. Ну же, говори. Скорее, ну. Это здесь. Гляди, газета выглядит так, будто ею можно ударить очень сильно, да? Тебя это радует? А? Еще один! Чертовы тараканы! Люди страшные, страшные! Стоять боятся! Не скройтесь, твари! Гады! Хотел Сделал бы прибить, сделал бы с одного удара. Чтоб тебя! Однажды я проползу вдоль всей твоей уродской рожи. Кокича! Чего смеешься? Ну, нечто подобное было, когда мы только-только приехали на Хоккайдо, да? Ага. Черт! Если голодна, я знаю, где еда. Хорошо, ваш билет в порядке. Ну, поехали дальше. Отпусти меня! Тебе что, есть неохота? Нет, не надо! Если так поступишь, люди нас возненавидят! Заткнись! Мне плевать на их дурацкое чувство ненависти! Но не делай этого, прошу тебя! Чаботян! Куда... Черт! Ай! Что-то произошло? Ах, нет, беспокоиться не о чем. Извините за шум. Мама, купи сынуле конфетку. Еще одна. Озвучено проектом Manifilm.tv в 2013 году. Перевод на русский Анаис. Роли озвучивали Демонов Мун и Лали. She's